году она взяла на Европе серебро, на мире бронзу. Собственно, самая титулованная из женщин-одиночниц здесь, на Skate America. Поэтому титулом теперь осталось подтвердить их здесь на первом старте гран-при сезона. Двадцать седьмой концерт Вольфганга Амадеуса Моцарта в качестве произвольной программы. Интересное начало, тройной Ридбергер. Великолепно. Длинный пролет, длинный выезд. Даже музыкально этот элемент поставлен правильно. Прыжок в либеллу максимального уровня. Прыжок хорошо. Сальхов шикарно. Насколько свободно она в выезде, да? То есть уже в момент полета она знает, что она будет делать дальше, да. Еще один сальхов. Наверное, с прыжками все. Дорожка шагов, ритмичная музыка, такая легкая, быстрая, дорожка классно смотрится. Все-таки
с какой легкостью Каролине удается вот эти все элементы, и как она их выполняет абсолютно. Это мастерство. Это мастерство высокого уровня. Ну, мы, в общем-то, увидели то, что хотели увидеть, и слава богу, что у нее получилось.